Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Знаете, когда мы готовимся к весне, хочется обновления максимального характера. И именно когда мы меняем наряд на окошке, сразу ощущение, как будто бы мы в новую квартиру переехали. Сегодня про главное предложение дня нам расскажет Юлия Колосова, эксперт телеканала Shop & Show. У Юлечки 15-летний опыт работы. Юлечка технолог, и именно Юля подбирает для вас все самое красивое. Конечно, Олечка, доброе утро, добро пожаловать в самую уютную рубрику на телеканале Shop & Show, рубрику «Дом». И сегодня мы будем делать ваши окна самыми яркими, обновленными. У нас шикарная коллекция потрясающих дизайнерских штор, эксклюзивная для вас. Шторы не только украсят ваш интерьер, но еще и преобразят пространство и сделают геометрию пространства другой за счет вертикальных дизайнов. Сегодня наши орнаменты самые разнообразные, самые актуальные для того, чтобы любая хозяюшка под свой интерьер выбрала любимые цветы или любимые фигуры. Конечно, выбираем самый удачный материал на весну. Это будет мягкий полисатин с прочной структурой, который еще и мало мнущийся, так что ваше окошко всегда будет опрятным. Простой ход – это всегда тоже преимущество, Оленька. Шторы на готовой шторной ленте. Вы сможете подстроить их под размер вашего окна и, конечно, даже разделить портьеры. А вот почему можно повесить по одной на каждое окно? Потому что они у нас сегодня с увеличенной шириной. Огромные! Целые 6 цветов на выбор, и размер полотна, она просто вдохновляет. Посмотрите, друзья, будут вольготно и шикарно смотреться на каждом окошке. 215 на 270 сантиметров. Сразу два полотна в комплекте. Вот сейчас, Юлечка, мы с тобой наблюдаем лиловый оттенок, цвет воплощения райского сада. Да. Так, смотрите, у нас сегодня еще представлены разные оттенки. Да, вот есть какао, это я вообще считаю цвет благородности, классический такой орнамент, симпатичный, с вензелями. Так, есть красный цвет, вообще красный является новинкой. Сегодня мы впервые его представляем вашему вниманию. Страстный, пылкий цвет любви. Хотите добавить нотку страсти и любви? Заказывайте красный. Вот этот цвет называется бежевый, жемчужно-королевский оттенок. Мне нравится, что здесь сочетается сразу несколько оттенков, соответственно, легче будет под интерьер подобрать. Еще у нас есть голубой цвет. Ну, что вам напоминает голубой? Лично мне цвет весеннего солнца с голубым небом. Это настоящая весна в вашем доме. Еще и серый цвет, но он совершенно не унылый. Серый, он загадочный серый, согласитесь. Хочется разгадать, и разгадывать будем постоянно, не надоедливый. Друзья, сегодня еще действует отличная акция. Помимо самой выгодной цены, которая действует только сегодня, это товар дня 1299 рублей за два полотна, вы еще получаете дополнительную возможность экономить. При заказе главного предложения дня и любого другого товара из рубрики «Дом» вы получаете бесплатную доставку. Сегодня мы дополнительно снизили стоимость на 200 рублей, а вообще за три презентации продалось более 6 тысяч таких комплектов. Это результат. Это вообще результат, не то слово. Слушай, ну на самом деле, знаешь, хочется периодически обновления. Вот, например, у моей подруги, да, когда она переехала на съемную квартиру, вынуждена, но она там буквально около года жила, пока ей ключи не дали от новой квартиры, она взяла подешевле, там старая мебель была, бабушкина, как она говорит, и она просто добавила акцент в виде штор. И сразу говорит, ну надо же, говорю, даже вот мебель, кажется, как будто бы новая стала. Конечно, пространство преображается, Олечка, причем мгновенно, особенно этого хочется весной, когда мы обновляем окна. Потому что весна – это когда мы моем окна, смываем эту всю зимнюю грязь, и очень хочется свежих, легких тканей. Поэтому я вам сегодня предлагаю эксклюзивную, большую, расширенную коллекцию по ассортименту портьер с абсолютно разными дизайнами. От модерна до стиля барокко подойдет в любой интерьер, причем многоцветие, это тоже хорошая подстройка к любым вашим аксессуарам. По крайней мере, один из цветов на каждом, да, полотне вы точно встретите в своем интерьере. Вот посмотрите, здесь у нас будет на бежевом флорентийский вензель, крупный рисунок, к обоям легко его встраивать. Много светлых, пастельных тонов я вам сегодня предлагаю, потому что весна – это время свежести и обновления, и окно должно просто расширять ваше пространство. Давайте посмотрим на солнышко яркое и небо голубое –
градиент, посмотрите. Но сегодняшняя коллекция имеет особенность. Вы не только преобразите пространство, но и скорректируете геометрию пространства. Обратите внимание, как расположены все дизайны вертикально. Вот на сером очень красивая геометрия. Если вы любите динамичные принты, такие портьеры по принту раскрасят, дадут динамики, акцента в интерьер. А по пастели, наоборот, его будут уравновешивать. Поэтому получится гармония. Давайте посмотрим, что у нас по оттенку базовому. Это будет какао. Но какой же кружевной на нем вензель. Буквально венецианские мастерицы его вам вязали на коклюшках. И опять ваши любимые вертикали. Высота потолков у нас будет увеличиваться. Будет много света и простора с этими портьерами. И главное, смотри, можно сегодня сэкономить при заказе главного предложения дня и любого другого товара. Например, гардина. Легкость бытия. 999 рублей она стоит. И уже получается бесплатная доставка в любой регион России. Добавьте нотку свежести в ваш интерьер. Все-таки весна, время обновлений. Хочется чего-то особенного. Пусть это будет новый весенний наряд для вашего окошка. Не забудьте, размеры 2,15 каждое полотно. У меня просто у мамы, например, да, вот от 3,20 от стены до стены. И постоянно она натягивает, и пространство остается. А здесь вольготно будут располагаться даже на огромном окошке. Это здорово. Кстати, вот если мою маму вспомнить, да, она когда телевизор смотрит весной, летом, когда солнечно, она всегда зашторивает окошко, потому что невозможно увидеть, что показывают на экране, потому что телевизор расположен напротив окна. Да, Олечка, конечно же, для штор важна очень плотность. Наши выполнены из полисатина. Это тонкая полиэфирная нить, сплетенная сатиновым плетением. И нити здесь так много на квадратный метр, что получилась очень хорошая плотность. Поэтому мы с вами сразу двух зайцев убиваем. И легкость у нас, и прочность есть. Прочность позволит шторам прослужить долго, без изменения структуры. А вот такая легкость, конечно, сделает интерьер свежим. Как обычно у нас происходит? Вот оно, утреннее солнышко, да? А в окошко может быть какой-то уличный фонарь светить. И шторы призваны, конечно же, обязательно защищать нас от этого. Что будет, когда мы закроем портьеры? Полностью закрывается приятный полумрак в спальне, и вы с удовольствием высыпаетесь, хотя ткань легкая. То есть на весну это идеальное решение. И от солнышка спрятались, и прочность получили. Стирать легко, 30 градусов без изменения цвета. Здесь современная фотопечать. Ну, конечно, смотрите, когда наступает весна, нам еще нужно защищаться от весны. Да. Хотя бы с утра. Когда хочется выходной выспаться, зашторим окошки, и солнышко не будет нас рано будить. 1299 рублей. Еще раз напомню, при заказе главного предложения дня и любого другого товара только сегодня вы получаете бесплатную доставку. 1299 рублей за две огромные, смотрите, портьеры. 2,15 ширина на 270 сантиметров. Идеально. Дорого, богато и по-весеннему хорошо.